Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Вот скоро в Эстонии снова начнут назначать президента. Но, как известно, у народа у нас не спрашивают. Но вот если бы спросили, то ответ был бы примерно такой. Оставьте нам Буратино. Не надо нам что-то менять. Привыкли мы к этой девчине, привыкли ее содержать. Она ведь старается очень, и в лузу ступив невзначай, она не стесняется снова лететь к королеве на чай. И пусть ее детская травма к русским любовь не зажжет, ее содержать нам до смерти придется. Пусть дальше ебет мозги тем, что слово свободно, эстонцы превыше всего. Она собирает окурки, спасая природу. Алло, оставьте нам Буратино. Мы ценим любое бревно. В Эстонии крёпанный климат. В печке сгодится оно. Пока-пока. Я поддерживаю кандидатуру Кирсти Кальюлайд на новом назначении на должность президента.